Мы находимся на выставке Household Expo. Здесь есть деловая программа, форум, на которой присутствуют эксперты. Александр, вы будете выступать перед аудиторией. Расскажите, про что будете рассказывать и какой опыт передавать аудитории. Организаторы попросили меня рассказать о собственных торговых марках. Тема достаточно актуальная для сегодняшнего ритейла, для всех практически рынков, так или иначе участвуют в этой теме. Ну, надеюсь, что разговор будет интересный, потому что для нон-фуда собственная торговая марка достаточно актуальная тема и позволяет ритейлерам, по большому счету, многого добиваться. Это уникальный инструмент, и об этом будет идти речь. Как у эксперта спрошу у вас, какая боль существует у аудитории, которая будет вас слушать, что болит у рынка? Ну, если это производитель, то, конечно, чаще всего в тему собственной торговой марки производители заходят от безысходности. Это как следствие неудачной стратегии по развитию своих собственных марок или избыточной производственной мощности. Для сети эта тема собственной торговой марки – это возможность, в общем-то, отработать трафик, либо заработать больше, либо, по большому счету, как бы создать программу лояльности, потому что, организовывая собственную торговую марку, сеть может позволить себе продавать то, что нет у конкурентов, тем самым она дифференцируется достаточно удачно. Спасибо большое, не переключайтесь. Вот такая деловая программа на выставке Household Expo, и скоро включение с новыми гостями.